Витебск встречает долгожданный и всеми любимый фестиваль «Славянский базар». Официальное открытие музыкального форума 13 июля, но уже сегодня на сцене летнего амфитеатра с сольным концертом выступает певица Зара в сопровождении президентского оркестра Беларуси. А буквально через несколько минут разрешится и первая интрига фестиваля – жеребьевка участников 15-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017». Анастасия Бут передает из фестивальной столицы. В службе аккредитации многолюдно круглые сутки. Именно здесь получают именные бейджи все артисты, сценическая группа и журналисты. Планируется аккредитовать около 5000 участников и гостей фестиваля. На данный момент аккредитовано уже почти 2000. Вот. Из звезд фестиваля мы пока встретили только Зару. Известную российскую артистку встречали жители города. На пешеходной улице ее буквально атаковали поклонники. Фото на память, автографы и васильки в подарок. Я приехала со всей своей семьей. Это старшая Данечка, младший Максимка, мама с папой, даже брат Роман приехали. Все приехали на этот действительно потрясающий фестиваль. Сольный концерт на фестивале «Славянский базар» – это мечта каждого артиста. Сегодня моя мечта воплотится в жизнь. А пока до концерта есть время, Зара, как и многие участники форума, может потратить свои васильки. 6 номиналов напечатали партиями по 2000 экземпляров. Самая крупная купюра – 5 васильков, эквивалентно 5 рублям. Самая мелкая – 10 лепестков или 10 копеек. Они имеют все степени защиты, водяные знаки и тоже нить присутствует. Поэтому они серия, номер. Они один в один, как настоящая денежка. Фестиваль «Витебск» пришел с летней погодой. Синоптики обещают на неделе стабильно высокий плюс, а гости и жители города вторят. На Славянском базаре будет не просто тепло от солнца, жарко от эмоций. Уже вчера вечером огромное скопление людей. Вечером вообще-то ощущается при фонарях. Все ждут, 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 что вот оно, конец, наступит. Пока еще нет этой жаркой атмосферы, потому что артисты только приезжают, только начинают открытие буквально через несколько дней. Но уже в городе витает вот этот вот аромат праздника. Готова к приему гостей и главная сцена Славянского базара. Помимо витебского оборудования из Москвы доставили 6 фур, специальной аппаратуры и света. В программе праздника около 130 событий. Концерты, театральные встречи, выставки, фест уличного искусства. Впервые здесь организуют пикник под открытым небом, а мастера вырежут самую большую деревянную ложку в мире. И, конечно же, во всем будет прослеживаться шагаловская тематика. Ведь Витебск в этом году отмечает 130-летний юбилей со дня рождения Именитого земляка. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.